Я открою дверь. А чё это пожелтело всё? Или это должно быть так? Должно быть. Пока. Я с восток отшелки упаду. Я вообще не знаю, где упаду. Чё, у меня всё жёлтое, всё. Паша, Паша, ты уже сразу хорошо закрывается. Ну, конечно. Почти. Ну, почти, это плохо. Могу я землю увидеть? О, я вижу землю. Низ был в пусти. Там уже в пусти. Блядь, твою мать! Храни меня, Господь Бог! А чё мы в какой-то пустыне? Где я вообще? Ты тут, а чё мы тогда либо прыгнули? Ну нормально, что? Нет, это нормально, ты нормально. Тормози, придурок. Всё хорошо. Ты крутится, это нормально? Это перекололи. Красиво сделали. А почему у снайперки прицел жёсткий очень? Потому что... Почему цвет такой? Я не понимаю. Это буря пройдет нормально сейчас. Это вы КПШ? А кто прям да в этой точке возле шелки? Противник кто? Так, ну ладно. Я увидел противника прям на гаре. Ну я на склоне хожу. Нас побили. Нога на зверь. Я вижу, уже бегают. Свет, нам хана. Я понял. Вот на склоне, вали. Он по мне уже шьет. Бежим как можно. Я пытаюсь. Что-то едет. Хаммер. Это наш. Помоги мне, Хаммер. Не катайся со мной, пожалуйста. Не едь рядом, пожалуйста, едь! Урезал. Сейчас взрывы. А буря долго будет? Почему-то так много пупов. Не, да пусть эта буря будет. Надеюсь, она будет еще. Я даже до конца не добежал. Слушайте, вот и топтал, я поехал на хай. 105. Дымы видите? Тут все в дыму. Чекар. У нас, оказывается, Хаммер был не на КВ, прикинь. Он не на КВ. Я в другом отделении был. Молодец. Они как выглядят? Как враги. Как не мы. Нет, я видел. Почему я в воздухе занимаю позицию? Мстим за вертолет. Когда буря пропадет? Ой, то мы на самолете были, ладно. Вон, у меня типа вышли КПШ. Он будет до близко возле меня. А чё за эти 130? Это мы летели на нем. Ага. Да.
Они могут выходить, аршилки? Да, где? Круто. Когда пропадет этот гребаный кто песок? Луки? Наш, наш. Ниже на горе бегают. Вот кто ползет, прям где горе, уже на горе ползает. Да Хаммер своих чуть не сбил. Ты сидишь там. Это ты сидишь там где-то. Да, тут наших двое. Трое даже. Трое. Ты чуть троих не сбил. Я видел. Чисто чуть троих не сбил. Ей богу не видел. А, не, они вообще спустились. Чуть не спустились. Паша. Че? Че? Ты меня накидывай гранаты. Как они выглядят, скажите? Вот к этому в бункере сидит один засранец. Паша, беги, Паша, закидывай, беги. Они на соседнем это делают. Паша, беги. Да ладно. Они закончились у них уже. Нет. На шепот перейдите. Хаммер, ты живой? У нас Хаммер минус. Где Шилк? Всё, у меня ГБшки кончились. Блин, ранен в лицо. Паша, на тебя смотрели противники, прям впритык. Да понял. Прикрой сейчас. Блин, блин, сволочи, сейчас прискрывай. У меня все выбит, а лечусь. Не могу ничего сделать. Это сейчас враг стрелял, да? Не-не-не, это я противник. Ой, еще один тут. Ты бункер зачистил? Я снаружи. Или они в бункере? Нет, у них в бункере есть пехи? Пехи или, да? Да, есть, есть, крыс. Ползай, ползай. Убил противника, который меня расстрелял. Это я, Паша. Понял. Там впереди меня был противник с пулеметом, я его вроде... Да, я пытаюсь. Так, все, трубы нет, Кима. Он возле меня бегает кто-то. Это я. Вот, видишь пулеметчик? Убил только что. Да, тихо. А через этот забор можно перелезть, но опять сложно. Еще одного убил. Вижу еще одного. Я даже не вижу. За ангарчиками такими маленькими. С гранатометом. Блин, какой прям. Убил. Да ё-моё. Я со стороны Шилки иду, есть. Он прям притык был, я его убил. Я нечего перевязать. Минус один дал, минус один. Сейчас. Перевяжу. Возле ангаров были, сейчас еще. Они возле Шилки прям бегают. Морфин надо? Да. Ангар... Не, ангар вижу, но сзади него никого. Ух, ебан, прошло, неужели сейчас надо клематься? Thank you.
все, морфин вколол, вроде все. Спасибо. Еще минус 4 найду, сейчас перевяжусь еще чем-нибудь. Ну, вот тут прям, вон, видишь, труп на заборчике справа? Да. В нем может быть менее ячка. Странный какой-то был. Труп ничего дал. Взять не могу. Так, ну он так лежит просто. Я через забор перелажу. Я возле этих ангаров. Ну. Паша, как тебе по вкусу мои гранаты? Нормально.